Знаменитая землячка и серебряная медалистка Евгения Тарасова подлетает к Казани. Готовы хлеб, соль и чак-чак. Почти у самого трапа юные фигуристы и болельщики. Те, кто ее возвращение ждал уже с самого финала Олимпийских игр. Фигуристка прилетела спустя неделю и как будто в компенсацию за задержку вернулась не одна. В 18:00 вечера в Казани сел рейс, в котором было целых два олимпийских призера. Звездный дуэт Тарасова и Морозов. Евгений и Владимир вместе на льду с 2012 года. Победы в двух чемпионатах Европы, призовые медали в чемпионате мира и универсиаде. Все только вместе. Это только в Казани почему-то нас как-то разделяют, а на самом деле мы везде выступаем пары и просто по отдельности мы не сможем никак выступать. Он из Потсдама, она из Дербышек. Третья, кто из района, выступил на Олимпиаде. Да так, что принес серебро всей стране. По ощущениям, это были те же самые большие старты, так же, как чемпионат мира, такой же, как чемпионат Европы. Поэтому вся атмосфера это была привычная, поэтому прям особого какого-то волнения не было. Зато вот так волновалась мама Евгении. Всю Олимпиаду Татьяна Тарасова боялась смотреть на дочь по телевизору, боясь сглазить, ведь стать олимпийским чемпионом было мечтой всей жизни, которой вместе с мамой Женей шла с 4 лет. Не надо бояться ни дорог, ни 6 утра, ни автобусов, которые редко ходят. Если уже есть цель, то надо к ней идти. Позади Олимпиада и призовое место, впереди события такого же масштаба. Чемпионат мира в Милане, куда пара поедет через 3 недели. Пока же путешествие по родным местам. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.